Отделом расследования РУСАДА был выявлен ряд грубых нарушений международного стандарта по тестированию и расследованиям частной тестирующей компанией «Антидопинговая инициатива», отметила ПАХНА ЦК. Речь идет о предварительном уведомлении спортсменов из Федерации пауэрлифтинга России о грядущем допинг-контроле. Атлетам говорили, куда и в какое время приходить на тестирование и потом брали деньги за допинг-пробы. Место, где будет производиться тестирование, пауэрлифтеры порой узнавали из соцсетей. Общество с ограниченной ответственностью «Антидопинговая инициатива» создана в сентябре 2007 года и зарегистрирована в подмосковном Сергиевом Посаде. Эта компания не является подписантом Всемирного антидопингового кодекса, продолжила ПАХНА ЦК. Сотрудничество с антидопинговой инициативой может нанести общероссийским спортивным федерациям не только удар по репутации, но и стать причиной более серьезных проблем. РУСАДА отправила все материалы расследования по деятельности компании «Антидопинговая инициатива» во Всемирное антидопинговое агентство, World Anti-Doping Agency и Комитет по соответствию World Anti-Doping Agency.